Народ, всем привет! С вами снова я, Ольга Романова, и мой канал «Училка физкультуры в Эмиратах» обо всем. Подписываемся, ставим лайк, наслаждаемся видами моря, видами Абу-Даби. Поверьте, вы можете приехать сюда не только как турист, но и как работник, зарабатывать деньги. Поэтому сегодня наша тема 5 вещей, которых вам должен предложить работодатель, если вы едете работать в Арабские Объединенные Эмираты. Вещь номер один. Конечно же, это зарплата. Ребята, я не буду вам сейчас советовать, выбирайте ту сумму, не выбирайте эту сумму. Некоторым здесь хватает 5000 дирхам, некоторым мало 10 тысяч. Так что это все зависит от вас. Что вы ищете, какие направления. Если вы молодой, условно, бариста, бармен, хотите попутешествовать, увидеть мир, пожалуйста, Эмираты, Катар, Саудовская Аравия. Сейчас все возможно. Кто знает, может, вы подниметесь выше, будете менеджером в каком-то престижном отеле. Еще раз, зарплату вы выбираете сами. Я вам расскажу про цены, я вам рассказывала про шопинг, еще буду рассказывать. Расскажу про еду, но вы сами просто себе сделайте вывод, хватит ли вам на еду, на погулять, выйти попить кофе, немножко попутешествовать по Эмиратам, как вам этого будет хватать. Но вам должно хватать. Хорошо питаться, иначе туда соображать ничего не сможете. Пройтись в какой-то молл, купите какую-то шмотку, это очень важно психологически. Praise yourself, наградить себя за тяжелые рабочие будни. Обязательно выпить чашечку кофе, съесть какой-то донатик, какой-то кексик. Но это правильно, это так должно быть. Нельзя на этом экономить. Далее, что вы посчитаете еще до работы, как вам надо будет добираться, потому что транспорт обычно компания не предоставляет. Если это Дубай, хорошо, это метро может быть близко, или вам нужно будет арендовать такси, или просто это будет 5 минут от вашего места жительства. Поэтому зарплату мы думаем, мы выбираем сами. Хорошо, если вы посчитаете и будете уверены, что вы еще отложите 500 тысяч. Пару тысяч долларов. Это будет круто. Это будет очень круто. Поэтому я рекомендую приезжать сюда. Смотрите, у меня выходные. Я выехала в Абу-Даби. Наслаждаюсь всем этим. Это очень круто. Очень рекомендую. Вот. Сзади звук моторочек, мотоцикликов. Сегодня каталась на вейкборде, водном борде, водной доске. Было круто. То есть, если вы все это можете себе позволить, это большой плюс. А еще огромный плюс – лето, круглый год. Вот так вот, за это лайк ставим обязательно. Дальше подписываемся и поехали. Второе, что вам предложит работодатель, конечно же, билет. Билет раз в году в обе стороны в вашу страну. Обязательно смотрите это в перечне, общайтесь с работодателем. Это у всех русскоговорящих, СНГовских ребят, девчат включено. Контракт обязательно. А я училка, да, и у меня отпуск, мне так везет, пока еще везет, 3 раза в году получается. И, ну вот летом мне покупают билет, летом самый большой отпуск, 6-8 недель. Вот когда у вас отпуск, вам должны купить билет в обе стороны. Обычно я прихожу, сама говорю, ну какой мне рейс удобный. Честно, я пытаюсь выбрать МАУ, не Флай Дубай, потому что в МАУ 23 килограмма обычно, против 20 килограммов у Флай Дубая. Вы знаете, 3 килограмма играют роль. Когда везете подарочки, кофе, финики, 3 килограмма играют роль. Поэтому я прошу такой-то рейс, такое-то время, будьте добры. И всегда мне идут навстречу, тем более МАУ, в принципе, дешевле. Дальше, номер 3, что нам предлагают? Accommodation, жилье, обязательно, ребят, жилье, ну, представляете, вы приезжаете, вам жить негде. Жилье обычно предлагается вам, скорее всего, в купе с другими людьми, не то, что там вас толпа в одной комнате, нет. Просто, скорее всего, одно здание, как школа снимала, и я жила в большой-большой квартире с еще одной девчонкой, у нас была огромная гостиная, небольшая кухня, и у каждого по комнате с личным туалетом и личной ванной. Ну, многие жили отдельно, в однокомнатных квартирах.
тоже были такие варианты. Что хорошо, когда accommodation вам дают вместе с коллегами? Что хорошо, на первых порах вы можете что-то спросить, какой-то совет, как доехать в Бол, как подключиться к интернету, как добраться до школы, до вашего места работы. То есть это хорошо. Но потом, после года жизни, меня начало это задалбывать. Каждый раз ты видишь коллег, каждый раз ты видишь новых, видишь на работе, ты видишь их дома. Это задалбывает. Еще тем более мой босс жил просто напротив меня, моя дверь, его дверь. По-моему, он что-то очень часто подсматривал. Только я открывала дверь, я чувствовала какое-то шарудение возле зрачка. Как только я приходила домой, с кем она пришла, одна ли она пришла, никого нельзя приводить, ни девушек, ни упаси боже мальчиков, никого нельзя приводить в гости. Короче, это сложно, честно. У меня появилась возможность, школа сказала, что может выделить деньги, и я съезжаю оттуда. Да, это там гемор найти квартиру, квартиры здесь все сдаются пустые. Я вам сделаю видео, расскажу об этом обязательно. То есть купить мебель, привезти, обставить, договориться, подписать контракт – это гемор, но все равно это лучше, когда вы один живете, это намного лучше. Ну, если, конечно, у вас классные коллеги, вы с ними общаетесь, вы с ними дружите, это здорово, тогда... Опять-таки, вам решать. Но accommodation, жилье, должно быть предложено, либо вам должны быть прописаны деньги. Смотрите сумму денег, так, о, вводите Абу-Даби, Дубай, Эляйн, сколько там жилье стоит, и думаете. Ну, вообще, обычно предлагают нормально, вам не могут дать $100 в месяц на Дубай на жилье. Где же вы жить будете? На улице разве что. Вот, про жилье поговорили. Четвертое, виза. Вам платят за визу, а вот за ID, ID это такая корочка, где ваши все данные, как вместо паспорта, выглядят как водительские права, пластиковая, за ID вы платите сами. ID стоит 270 дирхам, мы все платим за ID сами раз в два года, хотя у меня у друзей в Элиан-клубе, им клуб платит. Но это как договоритесь, но вообще я знаю всем учителям и многим-многим работникам здесь ID платят они сами. А виза, у вас забирается паспорт на пару недель, не волнуйтесь, вам его вернут. На пару недель, потом возвращается уже с рабочей визой. Виза на два года обычно дается. Вот каждые два года мы обновляем визу. Вот такие вот дела. Дальше, последнее, что вам дается. Последнее, очень важное, страховка. Страховка – это классная штука. Мне никогда нигде не давали страховку. Я ходила в обычные поликлиники, стояла в очередях к обычным врачам. Вроде все классно, но здесь страховка – это круто. Вы знаете, благодаря страховке я за пару лет здесь сделала абсолютно бесплатно маммографию, УЗИ груди, обследовала глаза в двух поликлиниках. Страховка – это круть. Ты заболеваешь, приезжаешь в свой, это называем, хоспиталь называем. Не госпиталь, там совсем уж военный какой-то, хоспиталь. Ну, короче, в больницу приезжаешь, тебя смотрят, дают больничные. Помню, я подхватила пневмонию сильнейшую, двухстороннее воспаление легких. В 2016 феврале мне столько лекарств выписали, я вышла, это впервые, я приехала в августе и в феврале заболела, впервые, хотя многие страховками пользуются, чтобы болеть и немножко отдыхать от школы. Я заболела, и когда мне назначили лекарства, я пришла, я подумала, боже, сейчас оставлю здесь всю зарплату, они же здесь дорогие. Но когда мне дали счет, я буквально заплатила какие-то копейки, пару долларов. Я не поняла, почему. Оказывается, страховка покрывает еще количество лекарств. 70, 80, 90% в зависимости от лекарств, в зависимости от страховки. Это тоже очень круто. В общем, эти пять вещей запоминаем. При собеседовании мы спрашиваем, мы их обсуждаем обязательно. Они должны быть в вашем контракте. А потом вы приезжаете, работаете, наслаждаетесь, отдыхаете. Ставите мне лайк. И я желаю вам всего хорошего. Пока!